Самолет Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил мониторинговый портал OpenSkyAlerts в своем аккаунте в Twitter. Захват дрона военных летчиков обучит уничтожать беспилотники, для этого изменит программы боевой подготовки и разработают новые воздушные мишени. Уточняется, что пилот лайнера передал диспетчеру код 7500, означающий, что самолет захвачен. Согласно карте портала, отражающей перемещение воздушных судов, самолет пролетел над Польшей недалеко от границы с Чехией. В свою очередь, издание France News 24 сообщило, что произошедшее может быть связано с военными учениями Renegade Sarex-21 в Польше. Угон этого самолета мог быть элементом этих учений. Сообщается в Twitter издания. Информацию о том, что сигнал об угоне самолета был передан в рамках вышеуказанных учений, проходящих в Польше, подтвердила представитель пресс-службы оперативного командования воскресенья Республики Адриана Волынь. Самолет Boeing 737.